Настилы. Okay.
Здесь у нас добор настила. Его мы используем в углах с неравномерным смещением, так как у нас нет настилов, позволяющих закрыть это отверстие. Поэтому мы используем этот добор, главное преимущество которого состоит в том, что с его помощью можно закрыть отверстие любой формы. Поставляются два варианта добора — 100 на 100 и 75 на 75. Поскольку ширина данной секции составляет 100 сантиметров, то нужно использовать добор 100 на 100. Устанавливаем добор, опускаем его. Обязательно закрываем клин. Пробиваем. Эта сторона находится на одном настиле, а эта на другом. Нет необходимости обеспечивать строгую перпендикулярность, поэтому накладной добор очень просто установить. Теперь есть ровная поверхность без опасности спотыкания.